На курорте на постоянной основе проводит мониторинг незаконно установленной рекламы. Так, во время одного из рейдов в Лазаревском районе было выявлено около 100 нарушений, владельцам которых дан месяц на приведение всех мест в порядок. В соответствии с законом, юридическим лицам за установку незаконной рекламы грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Предпринимателям напоминают, чтобы избежать штрафов, необходимо, прежде чем устанавливать наружную рекламу, обратиться в департамент архитектуры и градостроительства за разрешением.